Привет, друзья, на рыбалке, пятница, на разведку. Весь день сегодня моросит, то дождь, то снег, тепло. Вот старые мои лунки, подошел, вот сейчас очистил штук 5. Смотрите, все вот с этими палочниками. Они вот сидят тут, воздухом дышат, вот они. Прям их куча. Смотрите, точно палочка настоящая. Вон. Прям... 6 лунок, и везде вот такое скопище. Попробовал на чертика там, где в прошлый раз закончил рыбалку. Но нет поклевок. Ну, не знаю даже. Давление растет, а пошел дождь. Вот был я позавчера. Вчера весь день давление падало. Сегодня начало расти. И вот совсем тепло. Оп-оп-оп-оп. Вот первый. На чурилочку. Такая вот блесенка. Такой окушок. Это. И вот. Разведаю. Завтра на рыбалку. Сегодня, думаю, проверю. Ну вот жуки там вон сидят. Толпой. Опа. О. На паузе. Ну, смотрите, первый раз. Пушки поклевают прям сразу. Не крупные, но... Те вот рыбалки был. Поблеснее тюкал, тюкал. Но... О, о, хороший. Хорошенький. Хорошенький. Смотрите. О, жуков. Смотрите. О-хо-хо-хо. Хорошо, как нападение. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Неужели стая подошла? Или может вот это тепло. Но погода реально теплая. Наверное, градус или 2. О, было касание. Вот он. Тянет, тянет. Опа. Понеслась душа в рай. Друзья. Лишь бы не сглазить. Езжу, наверное, раз уже 15-й на этот пруд. И ой, сошел хороший. Я говорю, раз 15 приезжал и блесенки пробовал. И вот в прошлый раз пару окушков поймал. И вот это, можно сказать, первый раз. То, зачем все время езжу. Блесна... Блесна чурилочка. Обратка. Вот такая, с красной бусинкой. Тянет, тянет, о, в заглот, это хорошо, что берется знательно, правда, вот зацепился-то, неужели, я еще думаю, поеду пораньше, чтоб опять время потеряю на блесенку, хочется так поймать, а потом... Перейду на мормышки. Мотыля не брал. Чисто без мотылки. Ну и вот. 7 штучек выцепил. 2 маленьких, а 5 хороших. Удочку сегодня взял iFish. Погода теплая. Когда мороз, здесь колечки пропускные маленькие, и можно запросто сломать. Но с блеснами наиграть, конечно, лучше, чем моя Лакиджон. Та жесткая, здесь мягкий хвостик. Это удочка до 12 грамм. Ну, катушка тоже Хигаши. 55-я. Инерционка. Опа. Разбагрился. За жабру. Опа. А вот, вот и на чертика соблазнился.
Хорошо.